Я живу в большом шумном городе, но очень люблю природу. И поэтому мы часто выезжаем с родителями за город. Однажды мы, как обычно, поехали на озеро. Вечер был солнечный, воздух прозрачный, пахло свежескошенной травой. Такие дни я очень люблю, но в этом году дорога до озера была особенной. То гнездо птички в траве находили, то множество разноцветных больших стрекоз, то цапли, а то цветы интересные. Когда идешь от дороги к озеру, то если внимательно смотреть на дорожку, можно увидеть переползающих дорожку улиток и прыгающих под ногами маленьких лягушек. И чтобы не задавить ни одну из них, приходится идти медленно, чтоб не лишить жизни маленькое существо. Многих улиток мы даже переносили, ведь природу нужно охранять и беречь, и это должен делать каждый. Нужно обращать внимание не только на себя, но и на тех, кто меньше нас. Иногда от нашего шага зависит чья-то жизнь.